столицу уже украсила главная елка страны. Совсем скоро на ней загорятся новогодние огоньки. Сегодня мы здесь неспроста. Думаю, каждый из вас писал письма Деду Морозу, а потом получал подарки под елочку. 4 декабря – день написания писем и заказа подарков у зимнего волшебника. Давайте узнаем у минчан, какие подарки они хотят получить в этом году. Какой бы вы подарок от Деда Мороза хотели бы получить на этот Новый год? Ой, ну подарок я... Само собой, но самое главное – это счастье и любовь. А материальное, может быть, что-то хотите? Ну, вот, зарплата побольше. Ой, вы меня так... Нет, вы знаете, мне даже мне так смешно. Я никогда как-то на Новый год не загадывала прямо так вот, что бы я хотела. Ой, чтобы все здоровы были, чтобы мир был на земле, чтобы у нас все хорошо в наших семьях было, с нашими детьми, с мамами, с папами. С дочками, там, внучками и так далее, и так далее. Квартиру в Минске. А вы? Мир. Чтобы был мир на земле. Крепкую нервную систему. А вы? Поездку, наверное, в Италию. Люди! С кем можно поговорить? Никого нет, какой ужас. Динозавра. А какого, расскажи? Спинозавра. Да? А вы что бы хотели? А я бы хотела здоровья для всех, и вот для него. Здоровья побольше. Мир во всем мире. А вы? Да, и здоровья побольше. Я бы хотела успеть на свой собственный автобус. 200 тысяч евро. Квартиру. Минск для себя. Вот я бы хотела Новый год встретить в каком-то необычном месте, в красивом месте. Например, где бы море было. На океане ни разу не было. Ну, может, новое украшение какое-нибудь, но это не первостепенно. А какой подарок на Новый год хотели бы получить вы? Пишите в комментарии. С вами были Минск Новости. До новых встреч!